Помните пару, которая погибла, обнявшись друг с другом в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона? Удивительное совпадение, жена основателя компании Ocean Gate, который находился во взорвавшемся батискафе «Титан», является потомком пары, утонувшей на «Титанике» в 1912 году. Венди Раш, жена Стоктона Раша, одного из пяти человек, погибших при погружении к историческим обломкам. Ее прапрадедушка и прапрабабушка Исидор и Ида Штраус были двумя самыми богатыми людьми на борту Титаника. Когда Титаник начал тонуть, паре, как пассажирам первого класса, предложили места в спасательной шлюпке. Но Исидор сказал, что не покинет лайнер, пока не уйдут все женщины и дети, а Ида последовала примеру своего мужа, с которым прожила 40 лет. По свидетельствам очевидцев, обнимавшуюся пару видели на палубе рокового лайнера, когда он тонул. Память о паре была увековечена на могиле, где написано: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».